Спасителя. Такая молитва. Вот, уже, по крайней мере, единичный факт инкарнации. Идем к другой ситуации. Я это пережила. Был найден слепой ребенок, или слепой, или что-то сильно больное, не помню, правда. Это, в принципе, даже не важно. Но ученики у Иисуса спрашивают, он за грехи свои так страдает или родители? Родители, да. Стоп! Родители — это понятно. А свои какие? Если он родился больным от рождения, где он нагрешил? В утробе или где? Или в виде сперматозоида он грешил там? Ну где? С кем? Единственный разумный здесь какой может быть вариант, что он грешил в прошлой жизни? Так же ж. Или дайте другое объяснение. До меня дошло сейчас. Я только сейчас это поняла. Так вот в том-то и проблема, что знания они есть. А люди не хотят в этом разбираться. Потому что врагам удобнее, чтобы люди жили вот как скотина на ферме, которую они стригут, доят. И я все поняла. Рано или поздно я пережила реинкарнацию. Я была во Франции. Я нарисую дом, в котором я была, и что в нем стоит. Мне это, в принципе, даже не важно, как правильно говорил Вишьян, в ведической традиции есть специальные практики, которые могут помочь вспомнить прошлые жизни. Нет, я уже очень много семь прошла, мужчин, пожилую женщину, мужчину, очень много, я их всех помню. Ну, я их всех, как сказать, физиономически, вот как я вас вижу, Вишьяна, так есть, я их смотрите, всех факт помню, реинкарнации есть. Как по фотографии. Факт так. Реинкарнации почему есть. Православие отрицает это? Здесь есть глубинно далеко идущий подтекст. Подтекст того, что если люди будут знать, что есть перерождение, не будет страха перед христианской иерархией и государством. Ну, допустим, царь говорит, лежи мне пятки, или я тебе отрублю голову. Человек говорит, ну руби голову. Ты себе запишешь грех только дополнительный, а я перерожусь себе спокойно там. И мне грехи спишутся, те, что ты таким путем сделаешь. Ну давай, руби. И вот представьте, если весь народ вот так царю будет отвечать. Если люди перестанут бояться смерти, будут знать, что... Идет перерождение. Что конец много случаев я очень слышала. Мальчик родился и говорит, вот я был женат там, да, там, много, там, то есть я даже не хочу в этом ковыряться, да, этого да. Куча есть. Да, куча, да. И есть несколько субъективное явление. Вы знаете, что первый, кто официально... установил христианство, был император Константин. Константин, да. У Константина была жена, бывшая проститутка. Угу. И она к нему говорит, что ну ты же император, ну, давай что-то сделай. Потому что по тем знаниям, которые тогда были у людей и в христианстве, и в ведической традиции, соответственно, если она была проституткой, то ей нужно будет в следующей жизни очень сильно отмучиться за это. Угу. Как вариант даже воплотиться лобковой блохой или какой-то такой вот заразой. Вплоть до того? Ну да. Вплоть до того? Чтобы воплотиться лобковой вошью, допустим. Даже такое позволяется? Ну, если она проституткой всю жизнь была. То есть это такое наказание получается? Как один из вариантов. Как один из вариантов, да? Мы получаем то, чего мы пришли сюда, как если уже теперь вы начинаете верить в перевоплощение, вам нужно понимать, что вы сейчас нарабатываете себе какой-то результат. И за этот результат нужно будет отвечать. Во-первых, это результат наших наработок, а во-вторых, также наши желания и наши привязанности. Если большую часть жизни, все, что она видела, это были те или иные половые органы. Когда она там в борделе этим всем занималась, то она там других проституток обучала, там, брила их там и так далее, и тому подобное. Потом, соответственно, когда услуги оказывала. Ну, естественно, что как один из вариантов это воплотиться лобковой вошью и дальше общаться с этими органами. Кому? Ну, а что ж делать? Ей такое не нравилось, естественно. А она... теперь скажите, можно я теперь перезадам вопрос? А теперь скажите, пожалуйста, каким священникам надо тогда, ну, будет интересно, чтобы люди, которые это узнают, начнут стремиться к развитию своей души, чтобы переродиться в высшей ипостаси?
людям, которые они хотят уже чистоты, имея знания, они идут уже по ступеньке вверх. То они есть они уже они себя блюдят. Сами будут пастырями, они сами начинают будут себя блюсти. Так вот, а идем, так намного проще. Идем когда дальше. У него короткая жизнь, если ему сказали, ты как-нибудь отмучься, там тебе в конце жизни покайся, тебе грехи все простят. Вот так, так и воспитывают. Вот это еще отдельное преступление. Почему? Потому что христианам говорят, что после этой жизни вы пойдете или навечно в рай, или навечно в ад. А как вы в рай можете попасть? А в рай только если идет абсолютное там служение христианской штуковине. При этом, да, вы можете нагрешить сколько угодно, но в любой момент, вплоть до того, что последний миг перед смертью, вы покаетесь, и вам все это спишут. Таким путем можете быть любым ничтожеством, но просто в хороших отношениях с христианским попом, чтобы он успел вас, так сказать, исповедать. Не только христианским, и другим тоже. Один Кузька. Кузька. Один. Все ясно. Ну, как бы, можете любую другую фразу. Слов нет для выражения. Так вот, вот эта проститутка обратилась к Константину и говорит, ну как император, что-то сделай. И он, как император, принял закон о отмене реинкарнации. Закрыл всю духовность. Это на самом деле было просто изъятием данных о реинкарнации. Но он воспринимал, что он запрещает саму реинкарнацию. Потому что по христианской вот такой вот версии, она вот сейчас за проституцию быстренько покается, и ей не надо будет уже лобковой вошью воплощаться. А она будет в раю услуги оказывать. А что же Иисус говорил, когда пришла блудница и упала к нему в ноги? Магдалина там. Нет, просто блудница. А, то, что кто первый камень. Да. Давайте не будем везде. Ну, как бы смотрите, есть одна тема. Мы можем ее дальше развивать в том или ином направлении. Однако, если мы прыгаем с темы на тему, мы не разбираем никакую тему. Да, да, я так поняла. Вот, по факту. Константин решил отменить реинкарнацию, и на Вселенских соборах, когда христиане собирались, то, соответственно, они решили, что реинкарнации больше нету. Они ее просто затерли, да. И все. Они дали другие знания, другую ветку направления. Да, да. То, что относительно той блудницы, ну, чего? Получается же, что как? В обществе многие сами грешат, но лицемерно, когда видят недостаток в другом, начинают на него бросаться. А ты вот такой нехороший, или то, или сё. Вот я не удивлюсь, что, может, половина тех, кто хотела эту блудницу забить камнями, возможно, да, так или сказал, иначе... Да, Иисус, а ты где был вчера? У неё? Вот. То есть... поэтому, кто виновней, еще вопрос другой. Да. Иисус, как все-таки божественная личность, может быть, он видел какую-то ситуацию, может, она стала даже блудницей не по гнусности своей, а по каким-то обстоятельствам. Может, у нее мама умирающая была, ей надо было как-то... Выжить. Ну, не знаю, то есть. Ну, понятно. Поэтому я против однобокого какого-то восприятия чего-то. Угу. Нужно разбираться, что там я было. Я тоже против этого. Примитивным людям легче однозначно сказать, вот этот человек, который исполняет еврейские законы, он праведный, даже если он с блудницей спит как-то так по кошерным вариантам каким-то. А блудница, потому что она блудница, она неправедная, забьем ее по-быстрому камнями, чтобы она не успела женам рассказать как бы о предпочтениях ихних мужей. Да, вообще, конечно, что человек переживает, то к нему и притягивается. Вообще информация, я варилась в ней давно. И получается, что это тоже один из современных глюков. У вас как получается? Подсознание сработало, подсознание поняло, а сознание не успело за ним, так же ж? И получается, что многие современные психологи так и говорят, что надо ориентироваться на подсознание, потому что в подсознании истина. В сознании вот те стереотипы, которые мы сами себе приняли, а в подсознании там вот эта истинная информация. И по факту так и получается во многих случаях.
что человек сознательно с чем-то не может согласиться, а подсознание ему выдает тот или иной результат. Но это не совсем так, а может даже совсем не так. И вернее, не может и точно совсем не так. Проблема в том, что подсознание изначально было создано как некое временное хранилище информации. Вот, допустим, мы живем, мы что-то видим, что-то слышим, что-то чувствуем. Все наше восприятие и наши размышления сохраняются в подсознании. И в подсознании они не удаляются, они просто там и есть. Я знаю это. И дальше мы можем даже не понимать, почему мы относимся к чему-то так или иначе. Допустим, вот то, что сейчас делается. Я вам приведу пример, можно? Давайте. Меня решили выселить. И я сказала, что с квартиры, в которой я постоянно живу. И я решила, как только я получу решение суда, я куплю, я устрою своему подоконнику, новые цветы куплю. И я сегодня, меня нагрузили, девочки мне просто вот так вот подарили один вазон, потом мне второй, третий и четвертый. А у меня должно было уже сегодня быть решение суда. То есть мне подсознание мне говорит, что уже будет все хорошо. Но я здесь надеюсь. Я чуть-чуть не согласен. Здесь не только подсознание, здесь задействовалась и ноосфера, и передача информации от вас к ним, и так далее.